Здравствуйте! Прогноз погоды на Хабар-24. О метеоявлениях в ближайшие сутки расскажу вам я, Екатерина Жакишева. А в конце выпуска вы узнаете, какой осенний месяц вошел в список самых теплых за всю историю современных метеонаблюдений. Но прежде о синоптической ситуации в стране на 24 ноября. В пятницу север Казахстана останется под барическим прикрытием антициклона. Он продолжит удерживать в регионе солнечную и сухую погоду с температурным фоном выше климатической нормы. В Кокшетау смена климатических сезонов происходит мягко и плавно. Ночью слабые отрицательные значения, днем показатели повысятся до 6 тепла. В Кустанае столбики термометров преодолеют отметку плюс 3. День выдастся малооблачным и сухим. В Петропавловске будет на 1 градус прохладнее. Теперь посмотрим, какова обстановка на западе страны. Регион будет находиться в зоне атмосферного фронта. Он спровоцирует развитие отдельных массивов кучево-дождевых облаков, а северные ветры заставят столбики термометров опуститься немного вниз. В Актобе с утра зарядит монотонный осенний дождь, температура около 4 тепла. В Уральске также хмурая, сырая и слякотная погода, днем плюс 6. В Атырау вероятность осадков повышенная, после полудня всего 5 градусов выше нуля. В Актау в ноябрьской копилке прибавится немного дождевой влаги. Показатель в пределах 7-9 тепла. Кстати, в предрассветные часы в городе возможен густой туман. Будьте осторожны на дорогах. Юг республики останется во власти господства очага высокого атмосферного давления. Ожидается ясный день с комфортной погодой и высокими температурными значениями. В Кызылорде очередной интенсивный всплеск тепла, днем плюс 12. В Шымкенте рекордные для ноября значения, воздух прогреется до 20 градусов. В Таразе дождей не прогнозируется, в полдень 11 выше нуля. Талдыкорган открывать двери климатической зиме тоже не собирается, термометры покажут плюс 7. И если в некоторых городах Казахстана уже скоро можно будет открывать лыжный сезон, здесь, на юге страны, все еще пригодятся велосипеды. На востоке государства характер метеоусловий обусловится гребнем антициклона, а значит, предстоит погожий, но прохладный денек. В Усть-Каменогорск пробивается зима, ночью морозы окрепнут до минус 7, днем температура снизится до 2 ниже нуля. Темнеют те же значения, только в положительном секторе. Пятница будет сухой и пасмурной. В Павлодаре дневные показатели перейдут от слабого плюса к твердому минусу, после полудня около 3 ниже нуля. В центральных областях погодные условия существенно не изменятся. Синоптики прогнозируют переменную облачность и температуру, соответствующую сезонной норме. В Жасказгане в этом году метеорологическая зима вовремя не пришла, хотя и ходила вокруг да около. Днем без осадков плюс 1. В Караганде ночью сохраняются слабые заморозки, местами может даже восстановиться снежный покров. Правда, ненадолго. Вернутся оттепели и днем потеплеет до плюс 2. В Алматы довольно стабильная ситуация. Днем без осадков – плюс 8. Ночью температура снизится до минус 3. Атмосферное давление нормализуется – 687 мм ртутного столба. В Астане прогнозируется сухая, относительно теплая погода. Днем 5 градусов выше нуля, ночью минус 7. И, судя по прогнозам специалистов, зима в температурном отношении явно наступит с опозданием. Однако не только ноябрь, но и октябрь в этом году выдался на редкость теплым. По данным НАСА, месяц вошел в список самых теплых октябрей за всю историю современных метеонаблюдений, то есть за последние 137 лет. Анализ данных, собранных 6300 точек по всему миру, показал, что минувший месяц был на 0,9 градуса по Цельсию теплее, чем температура октября в среднем за период с 1951 по 1980 год. А это была метеорологическая служба телеканала Хабар-24. Хорошей погоды! Thank you.